десята у вечер штрафуют простопом и гонят могилу. Недолго, однако, на штраф попирует, уж наша пора наступила. На бой нас давно призывает буржуй, процарящий повсюду. Товарищи рабочие, Курганская ячейка Рабочей партии России стабильно ведет свою работу по распространению газет на предприятиях города. Газеты, которые вы получаете из наших рук, есть информация к размышлению о том, в каких цепких лапах находится рабочий класс. А лапы эти принадлежат капиталистической экономике, задача которой – беспощадная эксплуатация, бесправие трудящихся и нажива на рабочем труде. Поэтому мы призываем всех трудящихся присоединяться к рабочему движению, чтобы освободиться от этих лап. Ясно, что давление на рабочих будет бесконечным, зарплаты будут мизерными, а в жизни не будет никаких перемен в лучшую сторону, пока сами рабочие не начнут объединяться в общее рабочее профсоюзное движение. Присоединяйтесь к этому движению все. Профсоюзы – это рабочая сила, способная изменить будущее рабочего класса в достижении целей для улучшения жизни, труда, здоровья и не только, каждого рабочего. Вступайте в Рабочую партию России. Необходимые данные на визитной карте в конце ролика и в наших газетах. Вместе мы сила. Рабочие всех предприятий. Объединяйтесь. Спасибо.